иди поздоровайся. Друзья, всем привет! Поводом снять этот видеоурок послужил вот этот вот комментарий. Я подумал, почему бы не снять видео, как сделать вот такую вот орхидею. Ну что, поехали! Итак, друзья, для того, чтобы сделать такую веточку орхидеи, вам необходимо взять насос, ножницы, два ШДМ 160 размера коричневого цвета, один ШДМ 160 размера желтого цвета и 4 ШДМ 160 размера темно-розовые. Шарики я эти покупал в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к этому видео. Приступаем. Давайте сначала сделаем стебель. Берем ШДМ, растянем его. Надувать будем не до конца, оставим кончик не надутый, примерно на 4 пальца. Так, слегка пожимаем его. И начинаем. В первую очередь делаем на 3 пальца длинный пузырь, делаем скрутку, далее делаем круглый пузырь, делаем пинч, делаем еще круглый пузырь. Еще один пинч. Снова на 3 пальца отмеряем длинный пузырь. Делаем скрутку. Дальше круглый. Пинч-твист. Снова круглый. И снова пинч-твист. В общей сложности у нас будет 5 вот таких пузырей на 3 пальца. Ну, продолжаем. Готово. Итого мы сделали 5 пузырей. 1, 2, 3, 4, 5. Откладываем в сторонку. Давайте теперь начнем делать цветы. Берем 2 ШДМ. ШДМ розовый надуваем не до конца. Ставим кончик не надутый примерно на 5 пальцев. Завязываем. Теперь берем желтый ШДМ. Надуваем также его не до конца. Из этого шарика мы будем делать сердцевинки. Итак, давайте приступать. В первую очередь примерно на 2 пальца делаем длинный пузырек, из которого делаем пинчик. Сжимаем таким образом и перекручиваем. Снова на 2 пальца меряем длинный пузырек, делаем скрутку, сжимаем и перекручиваем.
Теперь на 5 пальцев меряем длинный пузырь. Делаем скрутку. Сгибаем. И скрутку оборачиваем вокруг пинч-твиста. Снова отмеряем длинный пузырь на 5 пальцев. Делаем скрутку. Сгибаем. И скрутку перекручиваем. Теперь натягиваем петельку на пинчик, на один, и вторую петлю на второй. Теперь делаем круглый пузырь. Сделали. Делаем пинч-твист. Теперь на 2 пальца отмеряем длинный пузырек. Нажимаем, сплющиваем его. И перекручиваем. Вот так все должно у вас выглядеть. Теперь на 5 пальцев снова отмеряем длинный пузырь. Скрутку оборачиваем вокруг пинч-твиста. Обернули. Аккуратно отрываем ШДМ. И теперь, смотрите, вот эту петельку накидываем на пинчик. Теперь нам необходимо все расправить. Сзади у нас располагается пинч-твист по центру. Вот вид спереди. Теперь берем ножницы, отрезаем горловинку. Делаем круглый пузырек. Небольшой, маленький пузыречек. Делаем пинч-твист. Сделали. Помещаем его между двумя пинч-твистами. Утапливаем его, придерживаем и аккуратно оборачиваем. Отрываем желтый ШДМ. Оставляем такой хвостик. Опять же, это все по желанию. Если хотите, можно оставлять такой кончик. Вот такая своеобразная сердцевинка будет. Ну и того получился вот первый такой цветочек. Вид сзади. Вид спереди. Продолжаем делать. Снова на 2 пальца. Делаем пузырек. Делаем пинч-твист.
Итак, друзья, смотрите, я сделал 6 цветочков. Но перед тем, как их закрепить на стебель, необходимо им сделать маленькие ножки. Для этого берем ШДМ, растягиваем и надуваем. Надувать не до конца. Ставим кончик примерно на 5 пальцев. Завязываем. Берем первый цветочек. Привязываем шарик. Отмеряем пузырек примерно на 2 пальца. Небольшой. Делаем скрутку. Аккуратненько отрываем ШДМ. Завязываем. Вот такая ножка. Один цветок, один, мы сделаем без ножки. Он у нас будет привязываться вот с помощью этого кончика, будет идти первый. А для остальных делаем. Также привязываем ШДМ. Меряем пузырек на 2 пальца. Завязываем. Готово. Итак, смотрите. Пять цветочков у нас идут с ножками, а один без. Ну, давайте теперь привязывать их. Берем стебелек и начинаем привязывать. Хвостик оборачиваем вокруг H300. Первый цветок привязан. Дальше берем второй, привязываем. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Поправляем. Ну и того получилась вот такая вот веточка орхидеи. Но предварительно я для нее сделал вазу. Вот такую вазу. И 2 листика. Еще понадобится грузик для того, чтобы ваза была устойчивая. Ну что ж,
В этом видео я не буду показывать, как делается ваза, как делаются такие листья. Я думаю, вы уже знаете. Если не знаете, можете посмотреть другие видео на моем канале из темы цветы из шариков. И там вы можете посмотреть, как они делаются. Но дальше давайте теперь отмерим на 5, на 7 пальцев длинный пузырь. Убираем лишнее. Остается вот такой длинный кончик. Привязываем кончик к листьям. Кончику привязываем грузик. Готово. И теперь ставим нашу веточку в вазочку. Листики будут служить опорой, и веточка не будет падать. Вот и все. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчик вверх, если это так. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно мое творчество. Ну и оставайтесь со мной. Я надеюсь, еще не раз вас порадую своими видео. Все, до скорых встреч. Пока-пока.